Тайн пропустили 3 гола, не смогли забить. Микромоменты решили игру, они воспользовались моментами. Забили 3 гола и ушли спокойно на перерыв. Во втором тайме вышли, почувствовали. Тренер сказал то, что будем играть, несмотря на счет, в принципе. Вышли, по самоотдаче вопросов нет, есть только вопросы по реализации и созданию моментов. Да, надеемся, то, что болельщики будут почаще сюда приезжать. Находимся в центральной зоне Тулы. Вот. Жаль, что не смогли порадовать болельщиков сегодняшней победой. Ну ничего, будем стараться, поле хорошего качества. Да, хотелось бы поблагодарить президента клуба, губернатора Тульской области за предоставленную возможность играть на этом стадионе. В целом большое спасибо, новая база, будем тренироваться дальше.